Сьогодні ми завітали в гості до волонтера, активістки, мами двох діточок Наталії Данилюк. Тож ходімо знайомитись. Цікаво, але те, як розпочинається ранок у героїні нашого сюжету, залежить не тільки від планів на день, але і від дня тижня. Просипаємося, чаще всього будуть діти, в тому випадку, якщо мені треба їхати в якусь поїздку цікаву, везти людей в красиві міста Ніколаївщини, просто України. 3 роки тому Наталія відкрила для себе красу рідного краю. Такие вот места прекрасные, вот недалеко от Николаева, допустим, как Трикрати, как Кардашинка в Херсонской области, как вот Плавня Днепра, тоже Херсонская область, Ольвия, Очаков. И вот я поняла, что если мне это интересно, если для меня это было удивительно и познавательно, то почему бы другим людям тоже это не показать? Такі подорожі, мікс відпочинку, пізнання нового та непоганий спосіб знайти нових друзів. Трюпинский лес, где люди могут пособирать грибы, где люди могут погулять по лесу, где можно там сесть, организовать какой-то пикник, что-нибудь обсудить интересное, рассказать людям, какие грибы можно собирать, какие нельзя, как правильно собирать, как неправильно, какие там есть растения, чем знаменит там Трюпинский лес. Жінка також бере участь в організації тематичних заходів в Миколаєві. Каждый год мы делаем и Ивана Купала, мы проводим Масленицу. В этом году немножко у нас так скомкано было по Масленице, потому что была плохая погода. Вот, и в прошлом году была Масленица очень большая, в позапрошлом была Масленица очень большая. День Святого Николая мы никогда не проходим мимо этого праздника, потому что есть очень много детей, у которых нет семей, у которых там есть инвалидность, у которых есть проблема со здоровьем, которые малообеспечены сімей. І ми хочемо подарувати їм дійсно праздник. Вона є співзасновником та волонтером зоозахисної громадської організації «Фенікс». Люди мають право на безпечність, люди мають право їздити на велосипедах, там, ходити гуляти по парку з колясками, не боятися, що на них нападуть собаки. І в те ж саме час собаки мають право на существування своє. Саме ця організація подарувала родині Наталії нинішнього улюбленця – кота Філіпа. Полтора года назад одна из наших девочек-волонтеров поставила пост в группе в Зоо Феникс о том, что вот найден такое несчастное чудовище с красивой очень мордочкой, скорее всего, выкинутой. Были развешаны объявления, но, к сожалению, хозяева так и не нашлись. Вот, и у меня дети увидели тоже фотографию его, и вот так вот, однозначно у нас у всех у троих, у меня 2 сыновей, одному 8 лет, второму 4, и мы решили, что да, это вот тот член семьи, которого нам именно вот не хватает. Цей пухнастик дивує господарів своїми витівками кожного дня. Когда мы в этом году готовились к Дню Святого Николая, к Рождеству, я делала вот эти вот веночки, и там как бы золотым аэрозольчиком надо потом вскрывать лозу. Я вскрыла один из венков, пока вышла там помыть руки, прихожу обратно, смотрю, так часть золота уже нету. Поворачиваюсь на кота, смотрю, у нас тут весь воротник в золоте, то есть вот, ну принц же. Активна та запальна Наталія і відпочинок обирає відповідно свого темпу життя. Кінбурзька коса, тому що я туди їжджу з 1 годика, і це таке от місце, силы, которая дает мне подпитку энергии, где есть вот такие нетронутые уголки природы, где мало людей, где ты можешь там собраться с мыслями, можешь просто подышать свежим воздухом, можешь насладиться гладью моря или наоборот штормом и получить вот такой заряд, с которым ты потом возвращаешься в город и понимаешь, что я много чего могу еще сделать, мне есть что сказать и есть как бы какие-то ступени, которые я еще могу перешагнуть, которые то, что я могу сделать.